Ну вот шпатик, неплохой образец. Две граньки, тут же кварчик сидит. Здесь вот кристаллки медленно, мелкие кристаллы вылезли наружу. Вот пегматит. Так вот копаешь, копаешь. Отвали, конечно. Подобную жилу я в шайтанке видел. Но так до сих пор и не могу до нее добраться. Это часть кристалла. Интересно здесь. Видимо, был кристалл. Дымчика, скорее всего. И молочный какой-то хрусталь сверху на него нарос. Ну вот что и требовалось доказать. Уже хрусталь прозрачный здесь у скамовки появляется. Значит, где-то рядом. Где-то рядом, в ту или в другую сторону, жилка кварцевая. Ну вот видно, кто-то спрашивал, что такое минерализация. Видно, что уже грань кристалла вот здесь вот. Вот. Вот здесь отмыть надо, посмотреть. Конечно, он окатанный. Видно, что вот здесь вот не совсем такой ровненький, а как галька. Значит, вот уже на верном пути. Ну, вот тупо иду в землю. Грязно тут. Вот осколки попадают. Непонятно чего. Кварца внутри слабый дымчак, по-моему. Осколок. Пегматит. Кусочек дымчатого кварца. Вот. Ну, наконец-то кристалл. А тот, который в канавке нашел, большой-то такой, кварц с дымчаком, я его потерял. Бегал-бегал по копям и оставил. Надо было сразу машину убрать. Ну, не падай. Большой кристаллик. Надо вымыть верхушка. Кварца. Внутри вроде дымчак. Ну ладно.
оттуда сейчас голова какая-нибудь. Нет, не голова, рука. Как у Хичкока. Можно, конечно. Но что-то уже надоело. Вон тут. Ой, японский городовой. Так, вот раз упал и нашел что-нибудь. Не только в кино бывает. Много расчищать надо. Да и зачем? Все равно выбрали все. Еды. Ну вот кварц темный, дымчак тут. И пигматит. Все тут. Вот какой пигматитик. Вот кварц. И слюдка, и шпатовая красота. Красота. Вот небольшой пример. Старое дерево поваленное. Вот оно лежит. Плохо видно. Вот корень. И вот в нем и торчат камни. Вот видно, что это пигматит. Да еще со слюдкой. Ясно, что так вот идешь, если на разведку, смотришь, ага, вот его корень вот здесь вот был. Знаешь, здесь копать нужно. Ясно, что здесь уже все выкопано, конечно. Вот кусочки пигматита. Но вообще-то, да, вот здесь надо. Это все уже заросло. Заросло. Коп рядом. Вот, слюда, кварц, пигматит, все тут. Что вашей душе угодно? О, какой красава. Пигматитик. Вообще интересные письмена на таком пятаке, от мелкого до крупного, и шпатик пошел. Во, какая жирная, прижирная. Ну что, может здесь и копать на самом деле. Так, что-то где-то промелькнуло. Какие их те глибы-то большие.
пусть в меня плюнет тот, кто скажет, что это не пегматит. А? Волшебное слово. Пегматит. Ой, еще что-то там стукает, брякает. Вау. Слюдка как красиво выпендрилась. Ну ладно, возьмем, посмотрим. Ну вот, пристал к этому корню и копаю всякую тут ерунду. Несколько берцов взял такие интересные, отмою, посмотрим. Тоже пегматит. Ничего себе, вот это да, вот это да, самая лучшая находка, пожалуй, на сегодняшний день, хоть не ярко что-то выраженное, но все равно сросток кристаллов. На пегматите. Ну вот, это уже интересно. Так, хотел еще уйти отсюда. Чего уходить-то? Покопаться надо немножко. Копаться, за лопатой сходить, что ли? Ну вот такое вот еще сросток под деревом обнаружился. Надо мыть. Вот, кварчик окатанный. Вот какая. Хрень. Ну вот, пожалуй, и все. Ладно, пойдем дальше. Еще около часа времени есть. Кристаллы наросли на шпат. Дымчак на пегматите. Кристаллами московита. Еще один интересный образец из копии Жукова. Тоже несколько кристаллов дымчака. Альбит.
красивыми кубиками такими, прямоугольными. И пачки мусковита. Неплохой штук. Образец представляет собой вытащен из занора на шпате. Ну, вот на пигматите сидят кристаллы дымчатого кварца, вот продольные такие внутри, как бы в глубине. А возвышаются пачки мусковита. Вот, это мусковит такими табличками. А вот здесь вот даже пачка мусковита. Неудобно держать. Пачка мусковита вот прорезала кристалл. С пигматитовой жилы Южакова. Там что-то есть интересное, но не могу утверждать, что другой какой-то минерал. Что-то вот на шерлы здесь видно. Но то, что берил здесь, не берусь утверждать. Хотя как знать.